Очередные кадровые перестановки в российском правительстве. С поста главы аналитического центра уходит Владислава Онищенко, сообщил РБК. Это подразделение занимается экспертной оценкой работы Кабмина, сотрудничая с научно-исследовательскими организациями. Это кадровое решение вписывается в нынешнюю перезагрузку кабинета министров, говорит эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов. Произошла смена заказчика. И эта смена заказчика означает переформатирование деятельности самого аналитического центра. Дело в том, что правительство достаточно активно критиковали за не просто неэффективную реализацию национальных проектов. Правительство в трактовке там, господина Кудрина, и не только его, но многих других критиков, оно не справилось не просто с национальными проектами, оно еще не справилось с правильной интерпретацией национальных целей в национальные проекты и перенесением национальных целей в национальные проекты. А это очень серьезная аналитическая работа. И, как я понимаю, отставка правительства была связана с тем, что Владимир Путин, по всей видимости, внял аргументом господина Кудрина и понял, что те национальные проекты, которые разработаны, они не позволят достичь многие национальные цели и требуется переформатировать сами национальные проекты. Мы в ближайшие месяцы, по всей видимости, увидим серьезную корректировку самих национальных проектов. А здесь поле для очень серьезной и большой аналитической работы. Именно поэтому аналитический центр придется перезагружать, а для перезагрузки аналитического центра нужен новый руководитель. Владимир Слатинов Онищенко пришел в аналитический центр 7 лет назад на пост замруководителя. Возглавил ведомство он 2 года назад, сменив Константина Носкова, который до последнего времени был министром цифрового развития и связи. В новый Кабмин он не вошел. У команды Михаила Мишустина более удачный опыт цифровизации, отмечает директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Сырин. Господин Мишустин и его команда получили карт-бланш от Владимира Путина как раз за успешную программу цифровизации налоговой сферы, которая не просто носила абстрактный характер, там по отчетности, условно говоря, цифровизация была 10%, а стала 70%, а она послужила успешным инструментом для повышения собираемости налогов на фоне стагнирующей экономики, то, соответственно, команда господина Мишустина в новом правительстве получила карт-бланш и на новое проведение цифровизации, правильное по ее мнению. А за цифровизацию мониторинга экспертно-аналитической деятельности отвечает как раз в том числе и аналитический центр при правительстве. Павел Сырин, по данным РБК, Онищенко может вернуться на должность замглавы аналитического центра. Накануне стало известно о кадровых решениях в Кремле. С поста помощника президента может уйти Владислав Сурков, который курировал украинское направление. Это работа займется бывший вице-премьер, а ныне замглавы кремлевской администрации Дмитрий Казак, которого на Украине считают более конструктивным переговорщиком.